I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Доброе утро. Не знаю, как это назвать. Или день уже у кого. В общем, поехали. У нас сегодня на немке открылись новые акции. Позабираем, посмотрим, что там интересного. Так, китсуны, кристаллы. Вот такая вот акция есть. Clash of Fairies. Не знаю. Ну, скорее всего, наверное, как это, так, небольшого замка. Просто превратили это все в тортик. Так, что у нас тут есть? Не знаю, или оно будет на русском сервере, или на других. Ну, в принципе, все как обычно. Единственное, что вы можете получить довольно-таки неплохие плюхи. Ну и, конечно, если вы задоните, то у вас откроется вот эта линейка. А для бездонатов первая. Ну, в принципе, даже это неплохо. 1000 камней. Сундучки какие-то. За выполнение определенных заданий вы можете получить вот эти вот плюхи все за 6 левелов. Ну, конечно, если вы задоните, то получите там карты и прочее. Это чисто для донатов, это открывается без доната. Ну, как-никак, все равно халява. Что у нас еще интересного есть? Сейчас почекаем. Так, там мы забрали. О, островок. 200 штук. Ну, вот тут остров, конечно, по сравнению с другими жирный. И в основном падают герои. Так, на русском сервере вчера тоже открыли фонтанчик. Но тут фонтанчик все-таки поярче. Хоть на русском X2, ну там, в принципе, многим, думаю... Так, а что я? Нет, давайте Мэри будем забирать, будет быстрее. Быстрее ее соберем. Огника мы и так получаем нормально. Вчера я 31 осколок вытащил с двух сумок. Это реально круто. Это причем уже третий раз было. Два раза я до этого с двух сумок первого левела вытащил тоже 31 осколок. То есть, как видите, здесь довольно-таки неплохо падает все. Немка тащит. Так, поехали сюда на рынок. Что у нас на рынке интересного есть? А, кстати, с 1 апреля всех надо пойти слить свой аккаунт. Так, ну это вчерашний вот этот розочки и вот такие вот сумки. Не знаю, каким образом, но мне падает 31 всегда. Уже третий раз подряд по 31 осколку. О, еще один маркет, нифига себе, огонь. То, что надо. Я очень нуждался, кстати, в мане, потому что ее реально задолбался фармить. Отлично. Вообще прилично. Можно будет теперь докачать еще некоторых героев. Я докачал. Надо будет Махатму докачать и Анубиса. То есть вот это вот первых 6, это моя основная пачка на сегодня. Здесь для фарма. И, наверное, скорее всего, придется уже скоро делать эволюции. Потому что на битве гильдии сложновато. Ну, фрайки нету, и реально сложно. И надо будет нам золото поднять до 2, чтобы дальше сделать до 180-го, пооткрывать всех. Ну, это такое, это не к спеху. Вот, смотрите, вообще огонь. Изи просто. Фарм самов пошел. Так, это можно будет рекламой забрать. Так, ну вроде с немкой все. Акция обмена закончилась. О, кстати. Смотрите, чик. Забрали. Так, что тут интересного еще есть? Эти тоже забрали. Королева ос. Нормально я уже нафармил. Так, что я хотел? У меня же там остров есть. Пыльца. Причем нормально у нас пыльцы 40 штук. Поехали, посмотрим. Карточка одна, сменка. 800 камней, неплохо. Один осколок зефира.
Один осколок. Нифига себе. Как вам такое, ребят? Нормальный подгон. Ну, хоть и, конечно, это по одному осколку. 300. 500 самиков. Отлично. Мешок лисицы. Два этих. Офигеть просто. Офигеть. Это жестко, ребят. Посмотрите, что делается на немке. Вот на немке почему пыли мало продают. Здесь падает реально бомбически. Это жестко. Вот такие вот плюхи. Плюс осколки. Бум. Один осколок. Ну, было бы 30, было бы прикольно. Так. 10. Ну, еще дополнительно получили каких-то 500 самов. Тоже неплохо, я считаю. Это все, ребят, с халявы. То есть это реально без доната получено все. Довольно-таки неплохо. 1000 самов у нас осталось. Кстати, кто играет на немке, залетайте к нам в гильдию. Castle Clash RIP, немецкий сервер. Продвигаемся по чуть-чуть. Надо, кстати, отметиться. Такс. Поехали глянем, что там на английском. Что-то интересное должно быть. Такс. Там Full Repack называется он. Снабжение. Ну, конечно, оно не сравняется, это снабжение, с снабжением на Айсе. Но посмотрите, какое накопление здесь. Неплохое довольно-таки накопление. Божество, лис. На халяву причем. Дополнительно вы получаете их. Апрельские паки какие-то подобавляли. 30-дневный бонус пак. 20 баксов. Разбей яйца. Китсуны получаешь. Снайки можно будет поразбивать, кстати. Так, 1 плюс 1. Что у нас тут сегодня в этих? Merit Pack. Ну, неплохо, кстати. Берем 100 пыльцы. Так, окей, с этим разобрались. Покер матчер. Изменения. Что в дискаунте сегодня есть? 700 снеков. Китсуне. 12 монеток. Я смотрю, на некоторых серваках они поднимали цены. Островок. Фига себе. Так, что у нас тут? Монетки. Ну, как обычно, обычные расходники. Ничего интересного. 50. Если сравнивать. На если там 100, по-моему, дают. Тут дают намного меньше. Четвертая карта. 10 этих, 10 камней. Ну, такое себе. Ну, я показывал дерево не очень. Так, у нас есть... Шанс тоже x2, такой же, на, как и на русском, что ли, да, такой же, как и на русском. Халявный. 8 осколков получилось, и все, больше ничего такого интересного нет. А, поехали еще глянем. На русский смысла нету, поехали глянем Тайвань. Чего интересного на Тайване сегодня? Странно, что локацию новую не запускают на других серваках. Только на Тайване запустили. Наверное, тестируют, смотрят.
Батин аккаунт. Что тут интересного? Тоже за один сам халява. Остальные расходники. Донатные все. В общем, решили, я так понял, на всех серваках дать эту халяву. Почему нельзя всегда давать всю халяву на всех серваках? А ничего такого интересного нету. Все вчерашнее. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.